В детском садике на Планерной появится творческая зона с театром и IQ-площадкой. Строительные отделочные работы в образовательном учреждении подходят к концу. На втором этаже команда молодых дизайнеров приступила к созданию сказочного городка. Алена – студентка второго курса, будущий дизайнер. Участие в творческом проекте для детского сада – отличная возможность применить свои знания на практике. Это будет будущий домик. Здесь повесить шахматную доску магнитную, на которой детки, которые здесь будут, будут играть. Все очень интересно, увлекательно. И мы вот в свободное время, когда получается, приезжаем сюда с бутербродами, с чаем, устраиваем здесь, так сказать, арт-дискотеку. Над концепцией пространства работала целая команда специалистов управления образования, отдела архитектуры и городской эстетики города Твери. А студенты Тверского филиала университета имени Косыгина помогли воплотить идею в жизнь. Это многоэтапная, четкая и слаженная работа. И в связи с этим, я думаю, что ребятам выпал большой шанс посмотреть, как действительно эта работа делается. Потому что дизайнер, когда выходит на объект, он должен знать весь процесс от начала до конца. И очень хорошо, что получается сейчас нашим студентам попробовать на практике воплощать этот проект. Постепенно обычный коридор превращается в улицу с настоящим театром, IQ и арт-зонами. Работать на ребенка здесь будет каждый уголок. Все образовательные учреждения, которые строятся в городе Твери, имеют свою индивидуальность, имеют свое лицо. Пространство, в котором находятся дети, должно быть хорошо организовано. Оно должно быть безопасным, комфортным и, конечно же, развивающим. Все дизайнерские работы в детском садике планируется завершить к началу нового учебного года.